На осуществление выплат стимулирующего характера предусмотрены средства федерального бюджета в размере 138 миллионов рублей. Выплаты мы начали осуществлять, начиная с апреля текущего года. Срок выплаты заработной платы все медицинские работники стимулирующие выплаты получили. В рамках двух постановлений правительства Российской Федерации шло начисление данных выплат 415 и 484. Буквально вчера мы получили разъяснение на уровне Минздрава Российской Федерации о порядке начисления данных выплат. Здесь идет уточнение формулировки в части термина «за фактически отработанное время». В срок до 14 мая текущего года всем медицинским работникам, задействованным при оказание медицинской помощи с коронавирусной инфекцией, будет осуществлен перерасчет стимулирующих выплат в сторону увеличения. В связи с тем, что мы уточнили формулировку «за фактически отработанное время», которое позволит в наибольшем размере данную выплату медицинским работникам осуществить. Вчера мы получили разъяснение, что фактически отработанное время – это все время работы за исключением больничного, за исключением отпуска и других каких-то вынужденных отсутствий медицинских работников на рабочих местах. Если даже медицинский работник отработал 3-2 часа, в расчет начисления выплаты стимулирующего характера принималась полностью смена. Теперь перерасчет будет по-другому осуществляться. За все фактически отработанное время в месяце.